с вами Диана, и сегодня мы поговорим о жизненных ситуациях. Или, как их еще называют, жиза. Жиза — это когда ты ругаешься с вещами из-за того, что стукнулся об них. Ау! Еще раз увижу, убью! Еще раз увижу, убью! Отбитые. Не, ну а что, мой брат всегда так делает. Жизнь — это когда ты думаешь, что танцуешь, а со стороны это выглядит, как будто вызываешь сатану. Хотя это не про меня, потому что я профессионально занимаюсь танцами. Жизнь — это когда ты летишь с туалета на кровать. Быстро, чтобы монстры не съели. Жиза — это когда смотришь футбол вместо своих любимых сериалов из-за брата или папы. Жиза — это когда пошел в душ и забыл полотенце. Жиза — это когда учительница забыла задать домашнее задание, а одноклассник ей напомнил. Урок закончен. До свидания. Мария Ивановна, вы забыли сказать домашнее задание. Жиза — это когда ты пьешь воду, а она выливается на тебя. Хотя... Или, может, это я криворукая? Криворукая. Жиза — это когда ты спишь и вдруг неожиданно падаешь. Жиза — это когда... Доча. Что? Жиза — это когда ты только выходишь на улицу, и тут тебе мама говорит, что тебе надо пойти выкинуть мусор и купить еще что-то в магазине. Жиза — это когда ты моешься, и шампунь попал тебе прямо в глаза. Жиза — это когда ты поешь, но не знаешь слов песни. Жиза — это когда на уроке забыл выключить звук у телефона. И еще при этом получил замечание в дневник. Жиза — это когда ты пришел в другую комнату и совсем забыл, зачем ты сюда пришел. Итак, на этом все. Всем пока, с вами была Диана. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И да, еще одна новость. Я недавно заказала камеру, экшн-камеру, на AliExpress. И как только она придет, я сделаю на нее обзор. На нее будут сняты очень интересные видео, например, под водой или на батутах. В общем, от первого лица. Итак, всем пока, с вами была Диана. Если вам понравилось это видео, то ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Где-то я уже это слышала.